Здравия и вечности, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический сборник «Философские стихи». В конце концов, пространство замолчало. В конце концов, пространство замолчало, в себе теряя жизненную сущность. Твоя вселенная теперь начнет сначала, воспитывая духа, вездесущность. А можно было бы не тратить, а построить мир мыслей и желаний своей плоти. А можно было лишь молекул перестроить, желания грешные, в которых вы живете. Как мысли ходят, так и тело будет бродить, желая счастья. Счастье иллюзорно, и веры в нем немного поубудет, и это чувство несколько позорно. А дальше ты узнаешь принцип странный, врождение смерть проглядывает косо, и будешь получать ответ желанный, не обнаружив нужного вопроса. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Поэтический сборник «Философские стихи. Иерусалим. 2008 год». В конце концов, пространство замолчало.